Ну, опять-таки, мне кажется, если сегодня рынок, я не считаю это коррупцией, если, мне кажется, да, действительно, если ты хочешь показать, что ты такой состоятельный человек, у тебя такой модный, красивый номер, и ты готов 500 тысяч заплатить, пожалуйста, купи официально, если, или там, что, если есть на это спрос. Ну, также я знаю, что некоторые телефонные компании продают официально, продают красивые номера. Это есть сегодня, но опять-таки спрос рождает предложение. Я не считаю это какой-то коррупцией и считаю, что это вообще внутренние дела. Но законом же каким-то образом не там есть закон, который запрещает продавать красивые номера или каким-то образом красивые номера выделяет от некрасивых номеров. Это чисто вот рыночные отношения внутри, которые рождают спрос, и никто же меня не заставляет. Я же могу без красивого, мне могут дать и некрасивый номер, правильно? Но я вот говорю, я хочу красивый. Вот, к примеру, ты говорят, ну, хочешь красивый, вот, я хочу красивую вещь, допустим, в моем понимании, да, а для кого-то сегодня красивые номера останавливают чаще других, то есть красивый номер, иди сюда, значит, давайте проверим документы, пожалуйста, то есть сегодня, опять-таки, свободная страна у нас, да, выбор любого человека, хочешь красивый номер, есть возможность купить, покупай, нет возможности покупать, подарили тебе этот номер, это не важно, лишь бы права не дарили и не продавали. А номер, мне кажется, никаким образом, он номер и номер. Он что 236, что 635, что там 777. Он номер, на который ты все равно получишь штраф, если ты нарушил, превысил скорость или не там припарковался. А в плане того, что сегодня, ну, сегодня уже действительно никого не удивить красивым номером, и часто люди, которые вешают на себя такие номера, ну, уже, ну, не то, что смотрят на них с недоумением, а просто, ну, ну, сегодня никаким образом, ну, по крайней мере, в Москве выделиться красивым номером, ну, мне кажется, если больше нечем выделиться, это очень печальная ситуация. Вот, если у человека есть счастливый номер, да, я прекрасно знаю, что, допустим, футболисты, спортсмены, хоккеисты, у них есть, они верят в то, что номер там 17 или 7 им приносит удачу, они на своих машинах, в телефон номера, пожалуйста, почему бы нет, я считаю, что это нормально.